Поскольку у нас времени много, и мы все-таки решили записать видео по поводу струн. А струны Luxilon. Хорошие очень струны, которые в ВТА и ITP используют практически большинство спортсменов. Хочу предупредить, на обратной стороне написано, чтобы эти струны натягивать на 10% меньше. Если вы будете пробовать этими струнами играть, пожалуйста, учите, говорите это стрингеру, что здесь написано, что на 10% надо ее натягивать меньше, чем вы обычно это делаете. Luxilon 4G с насечкой специально для того, чтобы играть на грунте. Это более толстая струна, если мы будем играть на грунте, тонкую струну, она быстро перетрется. Поэтому это идеальная вещь для того, чтобы играть на грунте.